меньшому сыну Исаак благословенье дал. Воскликнул старший: «Как же так?» И брату угрожал. Иаков, обо всем узнав, подумал: «Вот умрет отец наш старый, а Исав меня тогда убьет». Сказала мать: «Беги в Харан, спасая жизнь свою. Есть у меня там брат Лаван. Иди в его семью». И в путь Иаков поспешил, родной оставив дом. Заснул он, выбившись из сил. Ему приснился сон. Он видел лестницу. Она стояла на земле, была вершина чуть видна в небесной тае мгле. И ангелы с вершины шли по лестнице крутой и восходили от земли на небо чередой. И видел Бога он во сне. Господь сказал ему: «Всю эту землю дам тебе и роду твоему, и будет, как песок земной, потомство у тебя. Везде храним ты будешь мной. Иди же, не скорбя. И ты, когда настанет срок, вернешься в отчий дом». Иакова утешил Бог чудесным вещим сном. Видением путник поражен, в лучах сиял восход. На этом месте, молвил он, конечно, Бог живет. И здесь небесные врата. Я Господу клянусь служить и жертвовать всегда. Лишь в дом родной вернусь.